ДТП с участием аварийки, радиоактивная дорога и трио дерзких грабителей. Об этом далее коротко. Мне помехи нипочем, или аварийка спешит на помощь. В сети опубликовали видео недавнего ДТП с участием легковушки Peugeot и машины аварийной службы неподалеку от одного из торговых центров. Оба автомобиля стояли на светофоре. Когда водителям загорелся зеленый свет, набирая ход, аварийка зацепила иномарку. Кто прав, а кто виноват, выясняли полицейские. Радиоактивная дорога. Активисты решили проверить выполнение технологии ремонта дорог в Днепровском районе Запорожья. В разговоре с ними прорабы отметили, что материал, уложенный именно на конкретном участке, фонит. Измерения дозиметром подтвердили опасения. Образцы планируют отправить в лабораторию, где есть чувствительные приборы, чтобы получить точные данные о составе и опасности веществ. Двое у троллейбуса, не считая подруги, или трио дерзких злоумышленников. Накануне в обед на одной из остановок в космическом микрорайоне Запорожья двое мужчин и девушка напали на гражданина, когда тот собирался заходить в общественный транспорт, избили его и отобрали два мобильных телефона. Патрульные вскоре неподалеку от этого места задержали преступную группировку.